сколько людей? Подумаешь, а сегодня у нас 40 человек. Да? И они же все. Вот с той стороны ты устройство уже делаешь. Да? Вышли до крыши, на следующей неделе крышу перекрываем. Выходные окна ставим и сразу начинаем что-то делать. Пока да, есть. Здесь, да, здесь, мы, здесь надо, конечно, увеличить количество рабочих, закрыть контур срочно и заняться благоустройством. Внутри можно работать, пустить тепло, пушки уже поставить, пушки, там, да, пушки поставить, но благоустройством надо заниматься, потому что землю сейчас схватит, потом невозможно это будет сделать. И старое здание полностью сделали. Да, там сделали уже в процессе из-за того, что еще... перекрыть, у вас еще плит не хватило? У вас, скажите, ну, да, реально какие сложности у вас есть? Сегодняшний день, там, было сложность с материалами. По деньгам, по материалам. Нет. Вот, если есть, скажи. Нет,